Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о формулах. Мы рассмотрим формулы, функции и формулы массива. Первое, что нам необходимо понимать для того, чтобы рассчитать общую стоимость, то есть умножить цены на количество, нам необходимо поставить равно. Далее выбрать ячейку D4 и умножить на ячейку E4. Выделить и в правом нижнем углу протянуть вниз. Также можно обратить внимание, при заполнении вниз ячейки сдвигаются со сдвигом вниз. Это можно посмотреть через влияющие ячейки во вкладке формулы. Далее это использование функций. У нас есть функция произведения, которая перемножает два числа по принципу формулы. Протягиваем вниз, показывает результат. Кстати, можно также было правой клавишей вниз протянуть. Или же сделать комбинацию горячих клавиш. Это Ctrl-D в выделенной области, если верхняя ячейка у нас заполнена правильной функцией. Дальше у нас находится функция сумма. Можно ее взять отсюда. Также она пишется равно. И выделяется диапазон суммирования. Можно также было ее написать руками. Сум, Tab, выделить и закрыть. Крайний вариант написания формулы массива – это когда мы можем сразу умножить стоимость на количество и это все просуммировать. Можно сделать это через… Убираем первый столбец, умножаем его на второй столбец и нажимаем Ctrl-Shift-Enter. Мы видим, что у нас свелась формула массива. Отличительным признаком формулы массива является фигурная скобка в конце и в начале формулы. На этом все. Подписывайтесь на канал.